Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. И в сегодняшнем видео я хочу показать вам свой мега удачный, по моему мнению, для меня мега удачный заказ в интернет-магазине Armani Beauty. В интернет-магазине проходила, можно сказать, акция, предложение. По промокоду можно было при покупке получить полноценный аромат объемом 50 мл в подарок. Эта акция у них длилась буквально, наверное, несколько часов, и я решила воспользоваться таким выгодным предложением. Нужно было купить какую-либо продукцию Armani на сумму минимум 3000 рублей. На аромат Sky от Giorgio Armani из их линейки Di Giro было хорошее предложение. Была скидка. Примерно такая же цена была в магазине Sephora, Il de Botte и Золотое яблоко. Но в этих магазинах, мной перечисленных, не давали такие подарки за покупку. Как вы уже поняли, я купила аромат Sky, а аромат Air мне достался в подарок. Сначала я расскажу об аромате Sky, как я его чувствую, как я его слышу, а потом расскажу об аромате Air. Если вам это интересно, то оставайтесь со мной. Я мимоходом слушала в магазине аромат Sky. Мне он показался приятным, таким легким, подходящим на лето. И я его со временем планировала купить, но такая акция меня подтолкнула к покупке. Как видите, аромат Sky уже в новом исполнении. У него крышечка не просто круглая, как у аромата Air, а в форме такого кусочка камня. Она, конечно, пластиковая, но все равно дизайн флакона изменился только в лучшую сторону. Аромат я взяла в объеме 30 мл. Этот аромат относительно новый. Он выпущен в 2016 году. В нотах этого аромата заявлены личи, груша. В средних нотах роза и мой любимый пион. Я очень люблю ароматы с нотой пиона. Также в этом аромате заявлены ноты белого мускуса, ежевики и белого кедра. Для меня этот аромат нежный, цветочный, сладкий, свежий. Однозначно этот аромат женственный, достаточно приятный. Это аромат букета из роз и пионов. Хотя я никогда не видела таких букетов сочетания розы и пион, но этот аромат напоминает мне розово-пионовый букет. Такой большой цветочный букет, который я подношу близко к лицу, и роза оказывается ближе к носу, к моему носу, и я чувствую аромат розы. Когда я немного поворачиваю букет в руках, ко мне становится уже ближе пион, и я чувствую лучше аромат пиона. И этот аромат, то больше я чувствую аромат розы, то больше выступает пион. И в этом аромате есть такая легкая кислинка. Для меня она едва уловимая. Наверное, нота личи. И когда уже раскрывается база, на мне эта база мягкая, красивая. Сам по себе этот аромат тонкий, нежный, ненавязчивый, негромкий. У него такой приятный, достаточно приятный шлейф. Однозначно этот аромат — аромат позитив. Я думаю, что этот аромат хорош на каждый день.
Его хорошо брать с собой на отдых к морю. Возможно, даже это такой пляжный аромат. Он хорош в жару, он не душит, не раздражает. Сначала я расстроилась, что этот аромат на мне практически не стойкий. Хотя в отзывах я читала, что аромат обладает хорошей стойкостью, шлейфом. А потом я поняла, этот аромат только выпущен. У него вот этот новый дизайн. И по сравнению даже с ароматом Air, у них, наверное, разница выпуска в год. И я думаю, что к следующему лету, либо даже к весне, у него стойкость будет намного лучше. Аромат мне понравился. В аромате я не разочаровалась. Ароматом я довольна. А теперь я расскажу вам о своем подарке. Аромат, который мне подарил интернет-магазин Armani Beauty. Ну, конечно же, аромат мне подарили не за мои красивые глаза, а за покупку продукции. Продукции Armani. Как вы видите, на коробке даже обозначено, что это подарок. Шикарный подарок объемом 50 мл. Этот аромат шипрово-цветочный. Так же, как и аромат Sky, он хорошо подойдет на лето. Оба эти ароматы хорошо подходят на день. Аромат этот не сладкий. Он уже настоявшийся по сравнению с ароматом Sky. Он такой теплый аромат с нотами цветов, фруктов или каких-то таких вот южных растений. Аромат достаточно свежий, нежный, не задушит окружающих. Я его наносила на себя в жару 30 градусов, и он прекрасно звучал. Никого не душил, меня не раздражал. В общем, этот аромат хорош как летний аромат, дневной аромат. Но этот аромат достаточно яркий. Он такой свежесоленый. Хорош, наверное, будет на морском отдыхе. У него даже сам оттенок от аромата напоминает цвет моря. Вот прям вот я смотрю на флакон и вижу море. Для меня этот аромат ассоциируется с моментом, вот когда отдыхаешь где-то на юге, в тропической стране, выходишь из моря, жарко, ярко светит солнце, мокрые волосы, еще морская вода не смыта с кожи. Вокруг пальмы, кипарисы, цветы, щебечут птицы, легкий морской ветерок, теплый или, может быть, даже горячий песок, бирюзовое море. И вот все эти ароматы, запахи смешиваются, и получается нечто похожее на этот аромат. Этот аромат однозначно позитивный, бодрящий. И, как я говорила, даже в жару плюс 30 градусов он не душит, он освежает. Конечно, этот аромат я попробую и в другое время года, и попробую осенью, и весной. В этом аромате больше всего я слышу цитрусы, немного пиона. Я хотела бы погромче, чтобы звучал пион. Даже вот кипарис, апельсиновый цвет, и этот аромат вот горько-соленый. Вот однозначно для меня этот аромат – аромат отдых, море, солнце. У него отличная стойкость. На моей коже он держался около суток. Отличная стойкость, отличный шлейф.
и окружающие чувствуют этот аромат, и я сама чувствую на протяжении дня этот аромат. Я читала много негативных отзывов, как в соцсетях, так и на Фрагрантике про этот аромат. И могу сказать одно. Никого не надо слушать, нужно прислушиваться только к своим ощущениям. Конечно, при возможности нужно слушать каждый аромат. Но если такой возможности нет, вот, допустим, как у меня, я только всегда прислушиваюсь к своей интуиции и читаю ноты аромата. Вот такой основной подарок у меня был за заказ в интернет-магазине Armani. Но кроме такого шикарного подарка, мне еще презентовали 3 пробника ароматов. Но эти ароматы уже хорошо всем известны. Сипассионе Intense. Но ароматы никогда не бывают лишними. Я с удовольствием пользуюсь такими вот пробниками. В сумочку бросаю куда-то в дорогу. Они у меня всегда уходят на ура. И еще был пробник аромата Си Фиоре. С этим ароматом я не была так близко знакома. Я его слушала тоже только мимоходом. Это относительно новый аромат. Он был выпущен в 2019 году. Ноты аромата мне тоже понравились. В нотах аромата заявлен зеленый мандарин, черная смородина, нероли, дубовый мох, пачули, роза. И в базе ваниль и белый мускус. С этим ароматом мне было очень интересно познакомиться. Для меня это сладкий аромат, женственный. Достаточно одного пшика. Вот сразу при нанесении я слышу черную смородину. Слышу горечь нероли. В базе выступают пудровые ноты, ваниль. Есть шипровые нотки, пачули. У этого аромата достаточно неплохая стойкость. Он такой шлейфовый, обволакивающий. Но этот аромат не совсем такой легкий. В нем все же есть мускус. Но мускус на моей коже звучит не громко, звучит мягко, красиво. И аромат этот нравится мужчинам, что тоже немаловажно. И еще мне в подарок прислали помадку. Миниатюру помады. Матовая помада в 201 оттенке. 1,4 грамма. И сейчас я вам ее покажу. Это уже вторая миниатюра помады Armani. Я люблю миниатюрки вот эти брать с собой куда-то в поездку, в дорогу. Весят мало. Можно взять их побольше. Вот такая помада. В прошлый раз присылали красную помаду. В этот раз помадка вот такая вот темная. И сейчас я сделаю свотч, чтобы вы могли ориентироваться. Вдруг кто-то решит полную версию купить. Очень пигментированная. Наносится с первого касания, прям с легкого касания наносится. Очень пигментированная помада. Легко наносится, мягко наносится, приятно наносится. Для меня такие оттенки, я люблю такие оттенки больше осенью. Вот когда уже багряная такая, багряные краски в природе появляются, листья желтеют, краснеют. Я люблю вот такие помады осенью. Матовые помады в наше время становятся более востребованными. Я вот не люблю матовые помады, но с такой обстановкой чувствую, скоро они будут моими любимчиками. Так что вот такая красотка появилась в моей коллекции помад. Я очень довольна и оттенком помад, и пробниками, и, конечно же, больше всего я довольна подарком.
В этот раз интернет-магазин Армани превзошел сам себя. Я считаю, что это просто королевские подарки за заказ. Почаще заглядывайте в интернет-магазины. Там проводятся очень часто различные акции, бывают много выгодных предложений, хороших подарков. Надеюсь, это видео было для вас интересным. Спасибо, что вы были со мной. Подписывайтесь на канал, ставьте мне лайки. Оставайтесь, самое главное, здоровыми, красивыми. Всем спасибо, всем пока-пока.